Ну а теперь приятная новость для нумизматов. Национальный банк Казахстана выпустил новые коллекционные монеты номиналом 500 тенге – Кыс-Узату и Тобольский мыслитель. Общий тираж составил 34 тысячи экземпляров. Монеты из серии Кыс-Узату изготовлены из чистого серебра. На них изображен национальный головной убор невесты Саукеле. Украшает его миллиметровый бриллиант. Также поступила монета из серии «Сокровища степи». Называется она «Тобольский мыслитель» и сделана из серебра высшей пробы. На ней видна его стилизованная скульптура. В Казахстане их около 1000, так что нумизматам, которые хотят пополнить свою коллекцию, стоит поторопиться. Всего в региональном филиале Национального банка насчитывается 32 вида монет – золотых, инвестиционных и коллекционных. Данные монеты можно будет приобрести в филиале нашего банка по адресу улица Конституции Казахстана 6 с 9 до 15:00 без перерыва на обед. Обязательно при себе иметь удостоверение личности.